Сегодня у нас хорошая погода, пятница. Закончилась рабочая неделя. Кто-то отдыхал, а мы вот работали. Путин дал указ отдыхать, но нам сказали выходить на работу. Поэтому мы 4 дня хорошо отпахали. И вот теперь решили, мы хотели завтра поехать на дачу, но поехали. Сегодня вот решили все-таки, раз погода хорошая, солнышко светит, 22 градуса. Так что решили ехать прямо сейчас, после рабочего дня. Вот, собираемся все, складываем всю нашу рассаду. Будем заниматься завтра посадкой. Все укладываем, вот у нас столько вещей. Все, еще собирать и собирать. Еще осталось постельное везу, потому что я всегда на зиму увожу это постельное, чтобы там домики не отсыривало ничего. Поэтому сейчас вот все будем загружать в машину. Все. Котяру оставляем дома. Хозяйничай. Филька. Филькс. Обиделся, да? Не поворачивается даже. В общем, все. Выключаю. Мои там таскают столько сумок. Ну все, мы загрузились. У нас полная машина. Сейчас заедем за продуктами, немножко возьмем продуктов и погоним на дачу. Увидимся уже там. Свет, возможно, у меня здесь будет не такой яркий, как дома. Здесь лампочка тусклая, поэтому, возможно, не так будет хорошо видно. Но я быстро покажу сейчас, что из еды мы взяли. По-быстренькому доширак покушать. Это потом уже на потом. Говядину, из говядины с картошкой, возможно, готовить. На окрошку колбаски. Помидорчики, огурчики на салатик, блинчики с мясом, творог, это на утро, лавровый лист, перчик черный обязательно, сразу вот такую большую пачку, 75 грамм, так, лук репчатый, чесночок, блинчики с творогом, сыр, масло кокосовое, тут вот специи тоже различные из дома взяла. Так, яблочки. Вова мне взял чипсы, потому что любит перед телевизором щелкать чипсиками. Ну и там уже масло сливочное, вот пачку масла. Лаваш. И это хлеб мы тоже берем с собой, потому что здесь есть такой небольшой магазинчик, но не всегда бывает что-то, ну, не всегда бывает хлеб. Вот. Уже, наверное, Катюха погрызла, пока ехали. Поэтому стараемся все-все покупать в Екатеринбурге и уже сюда привозим. Потому что здесь как бы покупать негде. Маленькие магазинчики, там все уже дороже. Вот, еще такой к чаю кексик. Все. Ну и уже
В холодильник убрала морковку, яйца, там майонез, ну такое вот. Все пока необходимое. Все быстренько разгребаю, сейчас убираю. И мне надо пожарить блинчики, чтобы нам попить чай. Будем ужинать. Доброе утро, дорогие друзья! Мы проснулись, выспались сегодня. О, как мы выспались! Время сейчас 11 утра, даже 12 час уже. Я, наверное, проснулась в 10 где-то. Теперь вон готовлю завтрак. Будем завтракать. Хочу блинчики обжарить с двух сторон. И сделать с бекончиком яичницу. Вот, позавтракаем и пойдем уже работать на участок. Пойдем в теплицу. В общем, дел сегодня много надо сделать.
Ну и вот так вот у меня получилось немножко навести порядок. Сюда я поставила цветочки, решила все расчистить, потому что я люблю, когда свободная поверхность, когда ничего не заставлено, когда легко можно протереть пыль, вот, убрать с комода. Поэтому все ненужное убрала вот сюда. Тут у меня зарядка и что-то косметическое. Здесь у нас одежда, пижамки. В общем, здесь картину вот эту повешали, которую у нас Катя с Сюшей делали со стразиками. Очень хорошо, мне кажется, вписалась она у нас вот с кошечкой. Вот. Здесь у меня вот тумбочка. Всегда привожу с собой ноутбук. Ну, и тут вот у нас вот такая небольшая комнатка. Это очень маленький, очень-очень маленький домик, но для нашей семьи пока хватает. Конечно, если будут приезжать гости или уже кто-то из дочерей выйдет замуж, тут, конечно, уже будет места мало. Конечно, надо будет домик строить большой, но вот пока вот так. Маленький, для нашей семьи хватает. В принципе, на 3 месяца мы сюда ездим, и то только по выходным, потому что мы работаем. Мы здесь не находимся неделями, мы здесь только на выходные. А так как мы приезжаем на выходные, нам хватает. Хватает места, чтобы переночевать, хватает, чтобы на кухне мне приготовить. Вот, телевизор посмотреть. Я вот всегда в ноутбуке смотрю что-то вечерами. Вот, а там у нас на улице есть веранда, качель. В общем, пока нам хватает. Вот так навела я порядок в комнатке. Теперь мне предстоит вот здесь все убирать, потому что здесь после завтрака остались кастрюли, сковородки, и надо будет готовить обед и посмотреть, что мои там уже высаживают перцы, как у них получается. Пойдем сходим в теплицу вместе с вами. Вот, заходим в теплицу. О, работа тут тоже кипит. Высадка перцев. Жарко, да, в теплице? Очень жарко. И в шкафчике мне получилось, что, значит, вот сюда я убрала постельное белье все в этот бокс. Вот сюда полотенца, но их надо тоже еще пересматривать, потому что какие-то очень-очень старенькие, надо уже смотреть, перебирать еще раз. Тут у нас банные полотенчики. И тут у нас тут кофты, это теплые, чтобы вечером сидеть, потому что бывают теплые и холодные вечера, и очень нужны теплые всякие свитера, кофты. Здесь у нас наши сумки, потому что мы приезжаем, и нам их некуда девать. Сумки, рюкзаки девчонкины. Тут кофточки мои, тут наша одежда, и там у меня у мужа полочка. Вот такой шкафчик. Ну вот и все. Вот весь такой у нас расклад с этой комнатой. Главное, что порядок сделан. Переходим на другой участок прибираться. Так, посуду помыла. Сейчас пускай обсыхает, и я ее уберу по местам. Разложу по своим местам. Здесь у меня картошка на окрошку уже отварилась. Здесь тоже яички на окрошку. Все. И вот здесь у меня картошка я почистила, чтобы с шашлыками уже сварить, отварить.
на обед у нас окрошечка. Катя салатик. Катя не любит квас, да? Всем приятного аппетита. Ну вот, посадили перчики. Девчонки с папой молодцы. Сегодня хорошо поработали все. Все были заняты делом. Все, завтра еще тоже много дел у нас. Огурцы надо будет посадить. Свеклу. Тут у нас коробки, сейчас надо будет тоже их убирать. Порядок наводить. Здесь мы посадили морковку, укроп. Ну и вот в этой тепличке у нас помидорчики. Они, правда, малюсенькие у нас нынче. Что-то поздно посадили мы их дома. Ну, надеюсь, что все вырастет. Сейчас кому-то будет очень-очень вкусно. Ну что, мы сегодня хорошо поработали. Все сегодня хорошо, отлично просто поработали, потрудились. Сейчас у нас будет вкусняшка. Здесь лаваш на костре горяченький, шашлычки. Катюша, всем привет. Ну, сказать всем привет. Всем привет. Привет. Приятного аппетита. Все. Будем кушать шашлычки. Мы поели шашлычков. Девчонки ушли в баню у нас. Я вот достаю чаек, чтобы заварить. Так, вот выберу такой Earl Grey. Заварю сейчас чаек, чтобы после баньки попить чай. И будем уже отдыхать, смотреть телевизор, так как сегодня наработались только так. Сходим в баню сейчас тоже, девчонки придут, сходим в баню. Так, в баню уже хочется. Откроем банный сезон, так как после зимы скучаем по бане. Вот сейчас пойдем париться, мыться, скрабиться, делать масочки, наслаждаться банным вечерочком. Вот одна уже с бани пришла с легким паром. Ой, сейчас мы пойдем чаек только допью. И пойдем. Вот как сегодня намылись. Все, тут напотело. Напарились, намылись хорошо. Сейчас будем пить чаек.
И уже пойдем отдыхать, смотреть кино какое-нибудь по телевизору. Вот. Даже меня тут не видно в зеркале, напотела. На этом буду заканчивать мое сегодняшнее видео. Всех целую. Пока-пока.